Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетович, а также сайта wagnerland.ru. С вами снова Илья Механик, и это 8-я серия видеоряда «Перекличка». И будет она посвящена, как вы увидели с первого кадра, первому двухскоростному серийному мопеду СССР «Риги-1», который выпускался в латвийском заводе Саркана Звайзнес с 1961 года по 1965, если я не ошибаюсь. В 61 году, как говорится в литературе, была изготовлена первая опытная партия из 10 мопедов, переняв опыт у чешского завода по производству мопедов «Стадион». И эти наработки были внедрены, как говорится, в отечественное мопедостроение. В частности, был скопирован двигатель Ша-50, на данный момент стоит сейчас Ша-52, не обращайте внимания, Ша-50 появится у нас через недельку и станет на свое законное место. Мопед впитал в себя все лучшее, что мог впитать из европейского опыта на тот момент, начало 60-х годов. Двухтактный двигатель был позаимствован у мопеда «Стадион», полностью скопирован. Подчистую там с небольшими, может быть, изменениями. Как приедет картер и цилиндр, я эти изменения выложу отдельным видео. И это будет посвящено проекту «Старики и разбойники». Рама была трубчатая. Задняя часть штампована сварного типа, как и у автомобиля. К ней крепилось штампованное широкое глубокое крыло. Вилка маятникового типа в задней подвеске. Передняя вилка была телескопического типа, тоже на пружинных амортизаторах. На данном мопеде устанавливались как и спереди, так и сзади механически, без гидравлики амортизатора. Это уже колхоз от прежних владельцев, у которых был куплен мопед. Бак около 5 литров в виде красивенькой капельки. Вот эта деталька шла хромированной и украшалась бак надписью «Рига R1», если я не ошибаюсь, либо «Рига-1». Могу ошибаться, специалисты меня поправят там в комментариях. Двигатель был Ша-50, рабочим объемом до 50 сантиметров кубических, с диаметром поршня 38 мм, рабочим ходом 44 мм, карбюратор К-35 с металлическим фильтром. Данный фильтр не родной, это фильтр от Дэшника, карбюратор К-35В более поздней модели. Вообще мотор Ша-52 вот тут стоит, так что мы на него внимания не будем обращать. Как вот пришел с мопедом, так и остановится. Двигатель выдавал 1,8 лошадиных силы, кушал в контрольном расходе до 2 литров при скорости 30 км в час, но мог разогнать благодаря 19 колесам до 50 км в час. В чем, в общем-то, и пошатнул популярность данного мопеда. Так как по законам того времени все, что развивало более 40 км в час, требовало наличия водительского удостоверения. Где-то была даже у меня советская выписка. И, в общем-то, промышленность начала производить, а внедрять массы начиналось с проблем огромных. Как я и говорил уже раньше, упоминал, мопед оснащался колесами 19-дюймовыми, размерностью шин 2,25 на 19. Имел 36 спиц в колесе. Барабаны тормозные, у меня есть такое подозрение, что были в наглую скопированы у небезызвестного мопеда Ява 50. В частности, на тот момент выпускалась модель 555. Вот, пожалуйста, то Явы обод, диск, барабан. И вот для характерного сравнения заднюю часть можете сравнить. Это у нас Рига-1, Ява-555. Рига-1, Ява-555. Даже вот этот реактивный рычаг, в который упирался весь щит тормозной, он как один в один. Ну, там, может, с небольшими изменениями. То есть, ну, бороздочки, может, не так, чуть-чуть по-другому шли. Это от Явы-05. Барабан. Ну, то есть изменения
по минимуму, но основная задумка просто копипастилась. Вот в этой части слева заднего крыла располагался насос. Здесь должен быть багажник. Он был наподобие стадионовского над крылом. Крепился к крылу сверху. То есть тут его нет, к сожалению. Сиденье вот здесь находилось подушечного типа, по типу велосипедного, с возможностью регулировки высоты. Руль, как заметили некоторых, тут два. Это не родной от Риги 16, а это уже более родной к тому времени. Рукоятка левая была переключением передач с касками. Я просто еще это все дело не успел представить. Привет. Дизайнерский, по дизайну Рига 1, по-моему, один из самых удачных мопедов отечественного мопедизма. Но из-за слабого двигателя, так как наши могли копировать, но не все до конца, имела кучу проблем и детских болезней. Привод спидометра, кстати, осуществлялся тут от заднего колеса. Вот он располагается. Такой же самый привод был и у Ява 555, и у Ява 05 от заднего колеса. Запуск производился педалями. И что еще рассказать? Данный мопед был куплен мной в 2015 году в городе Лозовая за 80 долларов. По курсу 24 это было 2000 гривен. И на электричке доехал сюда, в Днепропетровск. Тут я уже пешком его, как говорится, дотолкал от станции. Из косяков по мопеду, ну, сами вы видите. Первое, что отсутствие багажника, отсутствие трубы, которую придется высверливать, новую вставлять, сиденьем, амортизаторы, двигатель, хотя уже родной Ш-50 едет сюда, но он будет 65-го года. Руль без хрома, отсутствие спидометра. Ну, там мелочи, сейчас просто не все вспомню. Ну, щитки. Самое дорогое — это щитки. Декоративные щитки, которые закрывали карбюратор. Ну а так, экземпляр один из самых долгоискаемых в моей коллекции. Я усердно 20 с лишним года искал эту модель. Еще с первого начала, как я начал коллекционировать, мечтал Рига 1 найти. И дважды она находилась, к сожалению, в 2014 году. Все помнят, что произошло. Одна была в Крыму, это Рига 1. Вторая Рига 1 была на территории Донецкой области, за линией разграничения боевых действий. Поэтому купить физически не было возможности. И вот в прошлом году посчастливилось купить Лозовой. Так что всем приятного просмотра. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, что я там где накосячил в этом видео. Спасибо за внимание.